Всем хай, с вами Юджин, и добро пожаловать в суровый и опасный мир Пенумбра Некролог. Итак, на чем мы с вами остановились? Блин, что это? Почему меня крутят? Все, сразу с бага начали. Отлично, мне нравится. Блин, как мне так играть? Давайте, не знаю, блин, попробуем вот так, может быть, отпустит нас. Это все эти артефакты. Нет, нас полностью понесло. Я перезагрузился, но меня все равно крутят. Интересно. Что это? Ну почему игра? Ну перестань, давай, хватит. Хватит. Так, надо схватиться за ящик. Есть. Держись за ящик, вот так. Смотрите, он сразу вытаскивает его. Помогите мне! Ну окей, раз вы хотите, чтобы я так играл, давайте. Я буду выкатываться из комнаты и перекатываться, как перекати поле в другую. По-моему, очень удобно играть так даже. Тебя ни один монстр не поймает, когда ты так крутишься круто. Фух, мне удалось исправить этот баг. Жесть какая-то. Я не понимаю, что произошло. Я потыкал, понатыкал, растыкал, перезагрузил, перезапустил. Все вроде как-то отошло. Хорошо. Что у нас есть? На чем остановились? Мы были в морозильном отделении. Да. Вот здесь чуваки смотрят на морозильную камеру. И нам нужно продвигаться дальше. У нас есть фонарь. У нас все есть. Так, мы можем здесь что-нибудь делать? Ну-ка. Нет. За окном сильная вьюга. Дальше, чем на пару метров ничего не видно. Вот такие дела. Окей, у нас только, по-моему, есть одно место. Это вот сюда можно пойти. Да. Не поддается. Ууу. И так-то просто все, мы отсюда не выйдем. Ну-ка. Что-то можно сделать, куда-то можно тыкнуть. Например, вот здесь вот. Нет. А вот что-то... Ой, это свет. Это не надо кликать. А что если зайти прям сюда? Вот так посидеть, нет? Нет, нельзя. Сейчас помещение 15 градусов по Цельсию. Я не понимаю. Стоп. А, я мог... Возможно, я здесь не рылся, но... А, этот, наоборот, рылся. Все окей здесь. Хорошо, вот у меня только эта комната еще есть примечательная. Что здесь надо делать? Я не понимаю. Я опять запутался. Нет, нет, нет. Может, какую-то книжку надо? Нет. Знаете, обычно, да, книжку дернешь на книжной полке, и такая раз потайная дверь открывается. Окей. Окей. А может, здесь есть эта потайная, супер книжка потайная? Нет. Давайте... А, сюда тоже заперто. Да, блин, начинается. А выйти отсюда не получится, потому что какой смысл? Или можно? Ладно, так, смотрим. Похоже, эти фотографии тех времен, когда в эксперименте участвовали люди. Внизу маленькая подпись Луи Моррис и Винстон Грир. Я не вижу здесь никакого пароля, к сожалению. Полный отстой. Смотрите. Компьютер. Ну, конечно же. А? Стоп. Как управлять? А. Теория. Один из наших сотрудников, Эдвард Финц, выдвинул теорию о том, что, подвергнув зараженного пациента заморозке в криокамере на определенный срок, можно остановить процесс развития вируса Турунгайт. После чего снова вернуть пациента к жизни, разморозив его и введя определенные реагенты в тело. История эксперимента. Несмотря на всю фантастичность данного предположения, не оставалось ничего, кроме как проверить эту теорию на практике. Была произведена небольшая перепланировка морозильного отделения, модернизация оборудования и криокамер. Изначально опыты проводились над животными, однако они не давали никакого результата. Разморозка и введение реагента дали положительный результат лишь с одной особью, но вскоре она скончалась.
Вот так вот. Эксперимент потребовал переход на следующую ступень. Проводилась ампутация некоторых частей тела, а на последней стадии приживлялась пациенту обратно. Результат был положительный. В скором времени вирус распространился как на участников эксперимента, так и на тех, кто не имел к нему отношения. Без предварительных обсуждений зараженные были помещены в криокамеры. Мы так и не поняли, каким образом вирус выбирает себе жертву, так как большая часть персонала еще в порядке. На данный момент разрабатывается своего рода вакцина против вируса. Но в данной ситуации нельзя терять ни минуты. Необходимо прибегать ко всем возможным способам борьбы с заболеванием. Отчет. Число животных 17. Животных выжило 1. Вскоре особь скончалась. Результат эксперимента отрицательный. Число подопытных людей 4. Результат эксперимента ожидается. Закрыть. Как закрыть теперь? А, вот. Я скопировал содержимое в блокнот. Хорошо, дисковод. Блин. То пробел, выйти полностью непонятно. Как мне вот зайти сюда в дисковод? Нельзя. Управление криокамерой не работает. А, дискет не найдено. Вот так. Доступ к камерам открыт. О, мы открыли! Вот почему эта рука есть. Потому что ампутировали конечности, правильно я понимаю? Страшно. Ладно, входим. Тут наверняка где-то будет пароль. Здесь чувак. Ему плохо. А? Вот! Наверное, в подобных сосудах проводили эксперименты над животными. Дядя, как у вас дела? Ничего интересного у него. У кого-то из них будет пароль, точно. Но, наверное, меня ожидает какой-то скример. Здесь еще один. Целая комната для одного чувака. Очень элитно. Угу, наверняка именно эти реагенты вырабатывают необходимый холод. Хорошо, открывайся. Ничего интересного. Закроем его тут обратно. А может, мне следовало их закрывать обратно? Вот прям вот так вот. А уже нельзя. Я их высвободил всех, по сути. Вот так. На экране надпись «Субъект в норме». Ничего... Не понимаю, как так субъект номер в норме, почему в норме? А может быть ту руку найти? А, погодьте, еще же мы вот тут вот ничего не вытаскивали, вот этих чуваков. Надо найти, вот. Кажется, в кармане его халата что-то лежит. Что? Дискета. Окей, дискета есть. Вставляй. Дискета не найдена в приводе. Да, твою мать. Я понял. Вставил. Коды для персонала и запретная территория. Давайте сначала запретная территория почитаем. Текстовый файл поврежден. А, ну спасибо. Уважаемый сотрудник, вы, как работник высокого класса, имеете право посещать зоны, не предназначенные для общего посещения. Большая просьба не терять дискету и не разглашать пароли во избежание попадания в зону неквалифицированного персонала. Канализация с такой-то там... Все... В общем, все пароли есть, да, и я их скопировал, так что можно, в принципе, не записывать. Все, ура, выходим. Я думаю, все... А, стоп, давайте сохранимся. Сейчас. Вот так вот. Все, надеюсь, все окей. Можно бежать. Окей, мы нашли пароль. Я знаю пароль.
Я вижу Ари. Фу, поёт говно это. В этой игре сейчас сделан большой упор на ожидание страха, нежели на сам страх. То есть ты не знаешь, в какой момент произойдет что-то плохое. Очень долго просто мрачная атмосфера, без всяких скримеров. А, это у нас что? Че это я сюда припер? Давайте посмотрим на задание. Список дел. Найти код от... Ага, герметизационной двери. Итак, код. Смотреть давайте. Заметки. Заметки. А, генераторная. Канализация. А какой из них наш? 3715. 7-1. Получилось? А, получилось. Все, ребят, стрём пошел. Да, мы в канализацию идем, и это будет дико стрёмно. Чувствую. Тишина. Ой, кто это? Пожалуй, это единственное существо, которое не пытается сожрать меня при первой возможности. Но мы пока еще этого не знаем. Может быть, они все-таки захотят меня сожрать. Тихо. А, нет. Вот и наш старый друг. А ты никогда не задумывался, почему все не хотят тебя прикончить? Вряд ли ты мог насолить хоть одному из них. Ой. Подумай, еще недавно мы были друзьями. Работает, я сделал это, да, молодца я. А, лабиринты. Нет. Я в тупике. Зачем это? Ой. Кто мог ее сломать? Мне до нее не дотянуться, как бы я ни старался. Куда мне идти? А-а-а! Черт! Он теперь будет патрулировать здесь, да? Он прям здесь? Или мне глючит опять? По сути, я могу... Вон он! С фонариком ходит! Какая грациозная походка! Идем! Куда мне идти? Даже не представляю! О, давайте здесь крутить! Скорее! А, нормально, пролезем вот так. Давай, закрой, чуть-чуть перезакрою. А, он идет! Он не пролезет здесь ведь, правильно? Такое ощущение, как будто он в наушниках музон слушает. О! Туда-сюда ходит. А че я сюда припер? Здесь нет ничего. А, мне сюда надо, я понял. Придется вылезти. Че меня тут пасет? Все, надеюсь, он ушел. Все, свалил. Ладно. Нет, в другую сторону. Скорей. Давай, крути, обильно крути, массивно. Фух. А, вот лестница. Еле спасся. Mm-hmm.
Мы в сортире. Ух ты, отпечаток, все в крови и непонятной слизи. Это слизняки эти, я уверен, будут врагами страшными. Так, что это? Туалетная бумага. Пригодится. Поставлю здесь. А, вот здесь некая будет... О, хорошо. Обезболивающие. Я, видите, как-то немного покоцано на самом деле. Потом применю, когда надо будет. Кто-то обоссался. Все здесь. Ужас. Окей, что у нас тут? Кто? И главное, задание какое? Список дел. Нет дел. Ой, как плохо. Микроскопы здесь. Давайте, что-нибудь тут есть? Нет. Ой, микроскоп, если запульнуть чувака, будет очень больно, я уверен. Так, может быть, здесь есть что-нибудь? Нету. О, как нету? А это что такое? Спичечный коробок. Я уверен, это нужно, чтобы что-нибудь сделать. Что-то разжечь где-то. А, я здесь был. Заперто. Вот оно как. Есть что? Что это? Это мусорный мешок? Да? Это мусорный мешок. Угу. Пусто. Ничего интересного. Так, документы. Куча заметок. Для меня они не представляют никакой ценности. О! Список дел. Шкафчик заперт. Наверняка поблизости есть ключ. Или что-то, чем я смог бы открыть его. Да, наверное, будет какой-нибудь ломик. Почему так закрывается? Тут ничего нету. А, о, кассета. Мне надо перезарядить фонарик. Картина. Не густо у них тут с искусством. Такую картину я уже видел. Ага, что-то ничего нету здесь. Хорошо, я так понимаю, что ключ или ломик или что-то такое мы найдем не в этой комнате, а в следующей. Давайте закроем, иначе пройти невозможно. Вот сюда мы не хотели еще. О! Наверняка здесь... А, нет, не будет ничего. О, может быть, я смогу включить. Хорош! Я записал формулу в свой блокнот на всякий случай, правильно? Ну-ка, что это? Какие-то черви. Короче, тут все мне не нужно. О, какие лезвия. Ух, стрёмно. Ну-ка. Пусто. Тоже всякие экспонаты и ничего интересного. В общем, эта комната только для формулы мне полезна. Ну, еще можно вот сюда пойти. О! Труп! Это труп монстра! Смотрите на его рожу. Как инопланетянин, очередной зараженный на моем пути. На этот раз мертвый. А это что у него? Вот это вот что это тут такое вот у него? Вот это вот огромное. Просто колоссальное. Ужас. Стоп, ящичек, дай мне. О! Я смогу разбить? Нет, это прочные, не бьющиеся. Смотрите, эмбрион! Эмбрион уже зараженный. Угу. Угу, угу. Да, тут не просто червячки, тут уже эмбриончики. Откуда здесь эмбрионы? Откуда они? Не понимаю, кто беременел тут? Окей, дальше пошли.
все больше и больше ходов. О, прикольно. Кишочки. Я их не могу трогать? Я могу их просто так пальчиком ткнуть. Но носить с собой не могу. Я хотел как шарфик одеть. Так, сюда можно выйти. Прежде чем выходить в коридор, нужно разобраться, что здесь есть интересного. О, сохранялка. Реагент. Для чего это нам? Мы сможем растопить, наверное, замок. Так. Да, да, да. Точно. Куча реагентов набрали. Я думаю, это как-то поможет нам открыть шкафчик. Еще один реагент. Собери их всех. И причем они только здесь находятся, вот в этом участке. О, смотрите, видно что-то с той стороны. Там кто-то стоит! Прикольно сделали, страшно. Красиво, но в то же время пугающе. Ну-ка. Лекция первая. Введение. Как известно, кислота разъедает металлы с разной скоростью. Данный фактор зависит напрямую от связи металла и концентрации используемой кислоты. До сего момента ученым удавалось разъедать металлы с помощью кислот, не сталкиваясь с проблемами. При исследовании гробницы Турнгайт были найдены артефакты Персона Тардус, также известные как артефакты 66B, имеющие именно металлическую оболочку, однако вскрыть ее не представляется возможным до сих пор. Целью специалистов станции Мануик является создание кислоты, которая бы смогла разъесть внешнее покрытие артефакта. Открытие, цели, эксперименты. Изучение гробницы дало много интересных результатов. Были получены новые вещества, ранее неизвестные ни в одной из областей наук. Также весьма интересные образцы были получены и из других объектов наблюдения, в частности, из аномальных зон в старых шахтах вблизи станции Мануик. Одним из таких мест является водная пещера. В результате исследования всего найденного сотрудниками касты древних, за последние годы было выявлено еще два новых вещества. Им были присвоены номера 74 и 112 TRG. Вещество 74 представляет собой породу, очень схожую с кремнием, однако она имеет свойство восстановления прежней формы после разрушения. Вещество 112 похоже на слизь и кажется безобидным, даже бесполезным, однако последние исследования показали, что оно может увеличивать силу кислот в несколько раз и мгновенно разъедать любой металл. Главным правилом использования этого вещества является правильный подбор пропорций. Когда избыточное количество вещества в растворе, кислота меняет свое агрегатное состояние, превращаясь в едкий газ. Окей, нам нужно будет еще правильные пропорции подобрать. А, это та самая формула, которую мы записали. О, смотрите, слизень. Точнее, червяк скрытый. Ну-ка, тут у нас есть что похавать. Окей, значит, нам нужно будет пройти в какую-то лабораторию. И соединить все эти реагенты, правильно? Правильно. Ну-ка. А! Вот правильно, надо открывать все и смотреть повсюду. Их видите, как много? Смотрите, я весь инвентарь забил этим хламом. Тут еще я здесь не смотрел. А, здесь нет. Ну-ка, под столами есть где-нибудь? Нет. А сюда я смогу? Где я смогу их? Ну-ка. А, вот я прям здесь смогу их смешать. Хорошо, берем спички. Окей. Давайте думать. Итак, заметки, коды, чё? А где я записал формулу? Это не то. Стоп. Другие находки. А, изучение. Странная формула. 16 плюс 8. Ой, я тут с химией. Я с химией очень плох. Поэтому сейчас подумаем. 112. А, 112 это то вещество как раз. Плюс 1. 2. Ну хорошо.
Я же сейчас запарюсь. Нет, я не знаю. Окей. SO3 4 TRG реагент. Лед 9. Что это за говно? Я не знаю, как это работает. А, стоп, вот, SO3. Надо просто, да, внимательно смотреть. Хорошо, будем помнить. 16 плюс 8, 3. Че? Дим, здесь периодическая таблица. Да, если бы я хоть что-то в этом понимал. Я же ничего не понимаю. О, стоп! Вот! Таблица Менделеева. Последний раз наблюдал ее у коллег в институте. Хорошо, мы можем теперь что-то понять. Что-то. Первое у нас... Первое у нас это 16 плюс 8 и 3. 8 третьей степени, но это не третьей степени, я не знаю, что это такое. 16... Где 16... 12, 13, 14, 15, 16 это S. S. Что? Я не знаю. Окей, написано 16 это S. Я рискну предположить, что вот этот SO3 это то, что мне нужно. Я не знаю. Я правда, я не помню. Ну, давай, налили. А, он мне еще остался. Ну, естественно. Хорошо, налили. Окей. Далее мы смотрим на формулу 8. И вот это вот, я забыл, что это значит. А, 8 и 3. По идее, под номером 8 у нас кислород. Что у нас есть? Вот на бирке написано SO3. Я надеюсь, что это то, что мне нужно. Я без понятия. Давайте попробуем. SO3. Вот так. Далее у нас по формуле 112. Это TRG. Please. Ох, как же долго до тебя доходит. Я не знаток в химии, урод. Вот тебе. А что если пробовать вот просто так? Бац. Потом TRG. Не знаю. Водичку. Ай, не работает. Ну-ка, дайте я пройдусь еще немножечко по комнатам, а то я что-то не смотрел дальше. Вдруг я еще какие-то химикаты найду и все будет окей тогда. Крестик. Здесь нет ничего. Это что? Мозг или... Непонятно что. Нет ничего. Боже мой! Во! Пробуем это, пробуем вот это и пробуем вот это. Говно. Так. Пробуем вот так. Потом TRG, потом водичку. Оп. Наконец-то, блин. Все, взяли, поперли. У-у-у. Есть, сейчас растворим тут все. Что это за звуки? Пофиг, все, все окей. It's okay. Что? А, у меня вот этот закрыт, хорошо, давайте на него выльем. Инес, не получается. Почему? Я не понимаю, давайте еще раз попробуем. Сработало. Почему? Почему тогда не сработало? Неважно. Ладно, у нас есть ключ. Окей. Это хорошо. Ключ от какой двери? Ага. Да. Все, открывайся. Что у нас тут? Батареечки, зашибись. Свет. Так, закроемся, чтобы никто не мешал. Стоп, стрелочка. Стрелочка указывает.
Интересно, да? Почему она туда показывает нам? Обычный календарь. Книжка. А, ничего не дает нам. Хорошо, что-то тут должно быть интересное, по-любому. Заметки. Первый день исследования. Сегодня к нам поступил, на первый взгляд, ничем не примечательный экземпляр. Честно говоря, я находился в полном замешательстве, когда двое сотрудников из команды Эдварда притащили ко мне тело разлагающейся собаки. Но все встало на свои места, когда мне предоставили доклад о недавних событиях в шахтах. До сих пор не могу поверить в то, что в таком химико-биологическом состоянии эта особь вообще могла функционировать как живое существо, будто что-то поддерживало огонь жизни в бездыханном трупе. При вскрытии я и мои коллеги не обнаружили ничего особенного, разве что у данного экземпляра отсутствовали какие-либо признаки половых органов. Также здесь стоит упомянуть необычное строение глаз и, на удивление, хорошо сохранившиеся острые зубы. Глаза особи представляют особый интерес. Им присуще явление биолюминесценции, совершенно не характерно для данного вида. Второй день исследования. Пока мои коллеги заняты химическими тестами и прочей рутинной работой, я обращаюсь к другой стороне этого инцидента. Каким образом крупная особь собаки гренландской породы попала в давно заброшенной области шахт? Третий день исследования. На данный момент все стандартные процедуры завершены. Для дальнейших исследований нам понадобится помощь ксеногруппы. Жаль, что Ричард не дожил до этих дней. Карл Кювье... Клювье, хотел сказать. 1999 год. Окей. Собака со светящимися глазами. Это ведь те собаки, которые на меня нападали, да, еще? Это что это? Это камера? Это камера. Интересно. На эту картину можно смотреть очень долго. А что там? Свет какой-то в тумане. Окей, у нас компьютер здесь есть. Системная ошибка. Не понял, а я не хочу системных ошибок. Я хочу... Надо побить по компьютеру несколько раз. Тогда он будет, падла, работать. Давай. Ну, конечно же, нет. Ладно, хорошо. Стул нельзя отодвинуть. Он приклеен к полу. О, это от дивана, да, от кресла? Не знаю. Хорошо, я здесь не просто так. Здесь что-то есть. Для чего эта стрелка? Для чего она мне нужна? А, кнопочка. Видали? Вот это да. А каким механизмом он двигался? За счет чего? Это тайна. Сейчас будет загрузка, да? Какой-то страх. Пик. А, мы можем вылезти. Где мы? А, мы в чьей-то комнате. Здесь даже сохранялки нету. Шкаф не открывается. Панда заклинила. Матрас. Под матрасом есть что? Или нельзя поднять? Красиво, да. Тут пусто. Окей. Что-то связано с ловлей рыбы. Откуда ты здесь? О, нет! Коридоры. А, лаборатория, да, это как раз откуда я пришел. Нет! Пауки? А-а-а! Не поддается. Вот, поддается. Кстати, мои все химикаты, да, все, они это исчезли. Бутылка. Вот так. Действует очень успокаивающе. Куча бумаг. Такую картину я еще не видел. Кажется, на ней изображена статуя орла. О, смотрите. Только на этот раз там никто не стоит. Все, здесь нет ничего. Зачем я сюда зашел? Что я тут взял, кроме обезболивающего?
О, матрас можно подвигать немножко. Такой тяжелый он. А, все, у меня фонарь сел. Во тьму идем. Блин, только бы не пауки, мне же нечем драться с ними. О, сюда можно зайти. Вот сохранялка. Давайте осмотримся здесь. It's okay. Шкафчик, в котором есть швабра. Стой, полный. А, и вот еще ящички есть. О! Это что за? Это сигнальный факел. Ну окей, давайте сохранимся. Я думаю, на этом мы с вами закончим. Огромное спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите увидеть еще Пенумбра Некролог, ставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, вступайте в группу ВКонтакте в Стиме. Все ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин. Давайте 5 напоследок. Вы готовы? И 5!